Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я покажу вам, как удалить Instagram аккаунт на Android. Вы должны зарегистрироваться в свой аккаунт с помощью Google либо Google Chrome и ввести далее в поисковике «Удалить Instagram» ссылка. Ибо этого нет в меню. И чтобы удалить наш аккаунт, нужно воспользоваться прямой ссылкой. Нажимаем на данную ссылку. И здесь нам высветится меню удаления нашего аккаунта. Я выбираю причину, по которой хочу удалить свой аккаунт. Ввожу свой пароль. И жму «Удалить аккаунт». Подтверждаю данное действие. Ждем какое-то время. Ну вот и все. Мой аккаунт удален. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие интересные видео на нашем канале.